Этого пса зовут Зевс, но в отличие от своего древнегреческого тезки, этот полон добродушия, активен и легко поддается дрессировке. Зевс учится моментально. Очень нравится учиться. Я помню, когда ему было 2 месяца, я приехала к ним на передержку, и он сразу начал слушать команду ко мне. А это Дафна, сестра Зевса. Обожает обниматься, но в учебе тоже не отстает. И, как полагается настоящей леди, тихая и нежная. Если вам нужен кот, это Дафна. Только в 3 раза больше. Спокойная, ласковая, любит людей. И, кстати, оба выросли с котами, поэтому к котам относятся совершенно ровно, спокойно. Щенкам сейчас по 5 месяцев. Их нашли на одной из химкинских строек. Сейчас они на передержке, но им очень нужен свой дом и хозяин, который будет о них заботиться. Если вы хотите приютить четвероногих, то можете позвонить по телефону 8 915 356 9013. Елена.